Здравствуйте, дорогие друзья! Ребята, сегодня ровно месяц, ровно 31 календарный день, за который мы сделали 33 видео. Ребята, этот месяц, который я окрестил 8 мая месяцем своей личной продуктивности, бросив самому себе челлендж в разгар моего ПГ-марафона, где под моим ведением на тот момент было более 90 человек, где моя новорожденная дочь и мой сын, которому 2 года, вместе с супругой все нуждаются во внимании и все нуждаются во времени. Ну и, конечно же, просто чисто физически хочется немножко поспать. И в этот момент я решаю объявить самому себе челлендж и делать видео на нашем YouTube-канале каждый день, несмотря ни на что. И вот месяц прошел. Результатом его явилось 45% повышение количества просмотров на нашем канале. 70% повышение времени, которое вы, мои дорогие зрители, проводите на канале. За этот месяц мы добавили 2500 подписчиков. Все это я считаю победой. И сегодня, в последний день моего челленджа, я хочу сказать спасибо вам, мои дорогие. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваши вопросы, спасибо за ваше время. Спасибо за те слова поддержки, которые вы говорили. Спасибо за критику, которую вы точно так же писали внизу в комментариях. И к этому видео, которое не должно стать исключением, я прошу вас, пожалуйста, пишите все. Во вчерашнем лайв-эфире я говорил, что я хочу познакомить вас с моими планами. И сегодня, ребята, в этот последний день челленджа, в этот последний день, когда я должен делать видео каждый день, потому что я же обещал в первую очередь вам, а во вторую очередь это мой личный челлендж самому себе. В этот последний день, когда завтра я уже не должен видео делать, я могу вам сказать, положа руку на сердце, что завтра я продолжу делать видео, и послезавтра продолжу делать видео, и послезавтра я продолжу делать видео. А через неделю у меня начинается снова марафон версии 2.0, в который мы заканчиваем уже набор, и эта продуктивность, она не должна сгасать. Это движение вперед должно только развиваться. Я безумно благодарен вам, каждому, кто смотрит, каждому, кто ставит пальцы вверх, каждому, кто подписывается. Ребята, спасибо вам огромное, и если вам не жалко потратить 5-7 минут каждый день или 30-40 минут на прямые эфиры 1-2 раза в неделю, то и мне не будет не то, что жалко, а это для меня честь делать для вас видео, делать для вас контент, потому что вы откликнулись повышением активности. Вам это интересно. И для меня, ребята, я подчеркиваю, это честь. Спасибо вам огромное за ваше время. Спасибо вам огромное за оказанное доверие. И я, друзья мои, не подведу. Я буду продолжать каждый день отвечать на ваши вопросы. Я буду продолжать каждый день работать над продвижением здорового образа жизни, над продвижением темы периодического голодания. И даже если вы не поклонник ПГ, ради всего святого, придерживайтесь правил здорового, адекватного питания. Это в первую очередь то, за что я борюсь на этом канале. Семейные ценности, ценности своего здоровья, ценности здорового образа жизни, все это самое важное, что вы можете нести, как это знамя через всю жизнь и делиться со своими детьми, делиться со своими близкими и быть примером для окружающих. Спасибо вам огромное, друзья, за оказанное доверие. Спасибо вам огромное за ваше время. Я продолжаю бороться и трудиться каждый день для вас. И мы продолжаем двигаться, ребята. Только вперед!